Традиционно в последнюю субботу месяца глава Славянского района Роман Синеговский совместно со своими заместителями и руководителями структурных подразделений администрации проводит расширенный прием граждан по личным вопросам. На прием, прошедший в здании спортивной школы «Белая ладья», пришли 39 жителей города и сельских поселений. Люди обратились с вопросами об оказании мер социальной защиты в трудной жизненной ситуации, помощи в оформлении документов на строительство, урегулировании межевых споров, ремонте тротуаров и грядировании дорог, установке остановочных павильонов. Все поступившие обращения славянцев поставлены на контроль главы до полного их решения. В случае необходимости Роман Синеговский лично выезжает к некоторым заявителям, чтобы на месте принять верные решения по поступившему обращению. По всем вопросам оказания помощи в трудной жизненной ситуации глава района дал поручение руководителям учреждений социальной сферы разобраться в каждом случае, побывать у заявителей, определить, как можно людям помочь и оперативно это сделать. Напоминаем, что расширенные приемы граждан глава Славянского района Роман Синеговский проводит каждую последнюю субботу месяца в шахматной школе «Белая ладья» или в администрации района с 8 часов утра. Следующий прием запланирован на 28 декабря. Предварительная запись на прием проводится по телефону 411-12 в рабочие дни с 8 до 17 часов.